Привет, друзья! И вот опять я с вами, и опять новый обзорчик на игру. Ну а сначала анекдот. Мужик возвращается домой в 5 часов утра, жена встречает его с сковородкой. Все нормально, я не голоден, ложись спать. Ну а теперь к самой игре. И называется она «Октагон». Это раннер, такой минималистичный, типа материал дизайн. Он с левелами, не бесконечный. И мы здесь прем, идем и обходим разные препятствия, не провалившись в пропасть. Начинаем. Поехали. Здесь классный музон. Игрушку рекомендую однозначно скачивание. Ну что ж, поехали. Нажимаем play и поехали. Вот видите, так, свайпаем влево, вправо, мы перекручиваем. Также есть свайпер. Вот так он делается, видите, как я сделал. Ну, примерно понимаете, что игрушка себя представляет. Мне она очень понравилась. Неплохая убивалка времени, хороший таймкиллер. Так что рекомендую однозначно вам ее скачивание. Ну, а мне ставить пальцы вверх. Ну, опять тупанул, когда я снимаю. Я обычно нервничаю. Ну, спасибо, что посмотрели мой обзор. Ставьте большие пальцы вверх. Хорошей погоды, любви, счастья. Всем пока, всем до свидания. Ну а мне достаточно будет большого пальца вверх. Всем пока, всем до свидания. С вами был ваш Горбун.